Ксения Бородина, мать двоих детей, которых она воспитывает в одиночку. Дорогая одежда, личные водители, развивающиеся кружки требуют того, чтобы телеведущая много работала. А прибавим к этому необходимость роскошно отдохнуть, да содержать шикарный загородный дом. Неудивительно, что часто она берется за рекламу, которую размещает в своих социальных сетях. Вот и один из последних постов Ксении был, по мнению многих, рекламным. В нем женщина убеждала соотечественников даже не смотреть за границу, а все силы и средства вкладывать исключительно в развитие своего родного края. Не учла Ксения только того, что даже на фото, которым она сопроводила патриотический посыл, направленный на среднестатистических россиян, на ней были надеты браслеты французского ювелирного дома Cartier стоимостью более 500 000 рублей. Притом каждый – обувь, сумки, одежда от известных брендов, украшения не от московского ювелирного завода, отдых не в Крыму. Недавно был пост про сумочку за 25 тысяч евро. Не скрылось это несоответствие и от глаз внимательных подписчиков. Те посчитали, что лицемерная Ксения Бородина продалась с потрохами. К слову, даже этот пост Ксения выложила, скорее всего, не из России. Не так давно она приобрела себе квартиру в Дубае и уже въехала туда с двумя дочками. Естественно, не одна Бородина уезжает из России, уже многие покинули и многие собираются. Напишите в комментариях, как вы вообще к этому относитесь. И не забывайте подписываться на канал, если хотите увидеть еще больше всего интересного из мира знаменитостей. А за лайк и репост отдельное спасибо.